Это Александр рисовал все это сам. Теперь я похожая на Рогова. Теперь я как бы его клоун. Изначально у нас свадьба. И она как раз вот 19-го. А съемки же проходили 9-го-10-го. И мне нужно было какое-то платье. Может быть, с подиум, может быть, с показа мод. Я написала, подала заявку, мне рассмотрели, со мной созвонился редактор. Я даже не думала, что именно так будет. Все проходило где? В Москве или здесь? Здесь. Вы пришли, увидели Рогова? Ничего не увидели. Он сам пришел. Он сам пришел домой. С цветами. Да, домой в красивом костюме, да. Много камер, много операторов, все. Надо мной там несколько часов краски. И даже ребята из салона красоты, они в 6 утра приехали ко мне домой в день свадьбы и снова сделали мне косметику и прическу сделали в 6 утра. Он платье, в котором я предполагалась, что я пойду замуж, которое я сама себе выбрала, он сказал, ну да, неплохое платье, неплохое. Ну, не для такого, конечно, случая. И только большой стилист мог это вообще платье это придумать и подобрать именно для меня, чтобы это именно мне шло. У меня подобраны к нему туфли в тон. Оно мне по размеру, вся одежда мне по размеру. Оно нежное, у него материал очень хороший. Оно красивое, оно прям, именно вот этот день свадьбы, он же сам по себе нежный. Это же такой праздник, вот день рождения свой характер, Новый год там свой характер. А свадьба это что-то вот такое, прям какое-то воздушное, летящее. И у меня именно такое платье. Это из фирменного магазина, я бы в жизни в этот магазин не зашла и ничего бы себе не выбрала. А на мне это смотрится вообще замечательно. Вот. И эти цвета мне, они идут, вот они подобрали вот этот пыльно-розовый, вот этот коричневый под мои глаза. Она такая прям, ветер подует, она вся такая воздушная, разлетается. Здорово. Вот. Ну, когда съемки были, я же все эти одежды, наряды примеряла, но я не видела, когда себя примеряла, я только чуть-чуть. Там все в секретике. Она вот смелая. Ага. Потому что, ну, это необычное, не классическое. Потом вот она тоже смелая, потому что у нее один рукав такой, другой такой. И он мне подобрал такие одежды, которые я не носила раньше. Он раскрыл меня, он меня увидел, какая я и какая вот именно к моему характеру подойдет одежда. Это я немножко панк. Немножко панк. Поэтому у меня одежда подобрана вот такая. И поэтому он угадал. Вот сейчас вот я прям с легкостью хожу, потому что вот я иду, и у меня какая-то уверенность, что я красивая. Я одета от самого большого стилиста в стране.